Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня представляю вашему вниманию пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Буду рад вашей поддержке, поэтому пишите комментарии и ставьте лайки. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini представляет собой портативный ручной пылесос весом всего 500 граммов. Его размер можно сравнить с габаритами термокружки. Пылесос в минималистичном дизайне выполнен из прочного белого пластика и имеет встроенный прозрачный пылесборник объемом 0,1 литра. На корпусе расположена кнопка управления и механизм для быстрой очистки пылесборника. В комплекте к пылесосу идут две насадки, благодаря которым вы сможете проводить комплексную уборку разных типов поверхностей. Одна насадка представляет собой трубку, которая подойдет для обработки щелей и всасывания мусора, а другая насадка-щетка качественно и быстро очистит мебель. Их можно использовать одновременно. Также в комплекте есть адаптер питания и кабель Type-C для зарядки. Ручной пылесос работает от портативного электродвигателя, и это очень удобно, так как нет никаких проводов батареек. Конструкция воздуховодов устроена таким образом, что создает двойной воздушный поток, который повышает мощность всасывания до 13 000 паскаль и экономит расход энергии. Прибор управляется с помощью всего одной кнопки, которая как включает, так и отключает пылесос. Попадающая в контейнер пылесборник пыль и грязь надежно запечатывается внутри, а герметичный механизм и специальная защелка надежно удерживают ее. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini готов к использованию сразу, вам не потребуются какие-либо дополнительные запчасти или расходники. Встроенный пылесборник легко очищается одним нажатием кнопки, и вам не придется контактировать с пылью и грязью напрямую. При необходимости контейнер можно вымыть. В данной модели предусмотрено два режима работы – стандартный и повышенной мощности. В первом случае пылесос работает 30 минут на одном заряде, а во втором – 9. Зарядка осуществляется через разъем Type-C. Конструкция портативного пылесоса максимально проста. Защелка с кнопкой исключает случайное открытие пылесборника. Внутри имеется мелкая стальная фильтрующая сетка, которая задерживает крупные частицы пыли и грязи. Внутренний HIPAA-фильтр обеспечивает эффективную фильтрацию до 99,9% мельчайших твердых частиц. Двойная система фильтрации очищает воздух практически на 100%, при этом не дает ей возвращаться назад в помещение. Портативный пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini может стать вашим незаменимым помощником как дома, так и в поездках. Вы можете брать его с собой в командировки, путешествия и поездки. Он выручит вас тогда, когда нет возможности использовать классический громоздкий пылесос. Данная модель пригодится, если нужно быстро навести порядок на ограниченной зоне, например, если вы что-то просыпали. С его помощью также можно экстренно почистить мебель и технику. Пригодится такой прибор и в автомобиле. В отличие от пылесосов, работающих от аккумулятора авто, вам не потребуется заводить машину, чтобы его использовать. Также неоспоримым преимуществом является отсутствие провода, благодаря чему вы можете дотягиваться до самых труднодоступных зон. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Хотелось бы еще пару насадок в комплекте. Иногда ощутимо греется при работе. Работает минут 7 максимум. Нет нормальной индикации. Теперь перейдем к положительным. Компактный и беспроводной. Для такой крошки неплохо сосет. Легко моется. В использовании удобен. Эргономичный дизайн. Нет никаких проводов. Достаточно мощный. Ничего лишнего, две скорости. Всем спасибо, рад, что досмотрели до конца. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».